Татарстанцы стали доверять банкам. Больше триллиона рублей сложили на счета. Россиянам разрешат самим выбирать банк, куда им перечислять зарплату. Законопроект внесен в Госдуму. И почем будут умные счетчики для елабужан? Жителям района обещают экономию. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Татарстанцы активно понесли деньги в банки. Данные отделения Национального банка по Татарстану об этом говорят в цифрах. На начало года все банки, работающие в республике, привлекли от населения организации больше 1 триллиона 2 миллиардов рублей. Это на 13,5% больше, чем годом ранее. Когда отголоски банкротств ТФБ и Интехбанка пошатнули доверие населения вообще ко всем банкам. Теперь почти половина от этого триллиона – это деньги граждан. Татарстанцы открыли вкладов на 578 миллиардов рублей. Это плюс 10% к началу прошлого года. По-прежнему преобладает доля рублевых вкладов. Она составляет 84%. Индивидуальные предприниматели хранили в банках 10,5 миллиардов рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее. Объем остатков на депозитах юридических лиц к началу текущего года составил 360 миллиардов рублей, на 23% больше, чем в 2018 году. Такая ситуация, понятно, разогревает конкуренцию на рынке банковских услуг. Еще больше подстегнуть ее может новшество, которое предлагает правительство страны. В Госдуму внесен законопроект, по которому россиянам предлагается разрешить самим выбирать банк, куда будет приходить их зарплата. Работник может за 15 дней до зарплаты сообщить о своем выборе работодателю, а тот должен все исполнить. Если начальник не позволяет работнику менять зарплатный банк, его ждет административное наказание. Многие банки своим зарплатным клиентам предлагают более приятные проценты по ипотеке, быстрее рассматривают заявки на кредиты, поэтому интерес к этому новшеству граждан и банков понятен. Елабужанам в домах установят умные счетчики электричества, которые будут сами в режиме реального времени передавать данные о потреблении, сообщать обо всех утечках, авариях на объектах электроснабжения и, в конечном счете, экономить деньги потребителей. Когда домохозяйка не думает, что ей надо отправлять показания счетчика, газовых приборов, теплоприборов, все это будет делать автоматически. Именно вот такая цифровая технология позволяет определить, где воруют электроэнергию, и позволяет отключить тех потребителей, которые не платят. То есть не как сейчас, то есть приезжает бригада, отключает там квартиру, дом, а точно может отключить или ограничить потребление такого недобросовестного потребителя, именно не выходя из того пункта централизованного, который регулирует и производит учет. Но сначала, еще до этой экономии, придется сильно потратиться. Обойдутся умные счетчики почти в 210 миллионов рублей. Заплатит за них сетевая компания. Заказ уже размещен на сайте госзакупок. Елабужанам старые счетчики на новые заменят бесплатно, обещают в компании. И еще 16 лет будут бесплатно их обслуживать. Это уже второй этап оснащения района интеллектуальными системами учета электричества. 5000 счетчиков поставили в конце прошлого года. Напомним, ранее сообщалось, что установка умных счетчиков в стране будет происходить постепенно и за счет жильцов. Сегодня один такой прибор стоит от 3000 до 7000 рублей. И условно, бесплатно их устанавливают только в новостройках, а потом включают в стоимость новенькой квартиры. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.